сегодня мы опять идем в ту сторону, где живет моя подружка. Вот. Приближаюсь к ее дому. Моя подруга купила себе нового члена семьи, приобрела, так сказать. У нее щенок лабрадора. Мы пойдем в парк гулять. Так что сегодня у меня влог такой будет посвящен животным. Потому что когда я приду домой, я покажу вам своего члена семьи, так сказать. Это моя кошка, шотландская вислоухая. Я ни разу ее не показывала. Она у меня такая пугливая девочка. Поэтому мы просто... Ну, покажу я ее. Надеюсь, она как-то... Смогу я ее взять, чтобы видео заснять. И поговорим про мою красавицу и там все, что с ней связано. Ей 3 года. Она у меня правда красотка. Вот, покажу. Не всех вы видели, что у меня есть. Опять лег. Ого, там еще 2 собаки идут. Лорд! Хорошо тут гулять. Да. Пока маленький со всеми играет. Велосипедистов развелось. Так, на этом парке, по-моему, все с собаками гуляют. Лорд побежал. Далеко. Бег с препятствиями. Арина, он опять копать, наверное, пошел. Лежать или копать. Арт. Всем привет! Так как уже другой день, я обещала вчера, что я покажу свою красавицу кошку. Вот она. Не так все было просто. Просто вчера я очень поздно вернулась. И, если честно, я пробовала делать видео. Но у нас, как всегда, что-нибудь получается не так. И кошка не хотела, убегала, боялась. И как бы я начала делать видео, но оно прервалось, потому что, ну, как всегда, я не посмотрела. В моем телефоне, так как я снимаю телефоном, в моем телефоне абсолютно не было памяти. И запись больше не шла. Пока я разобралась, была уже ночь, я решила, что я оставлю это на сегодня. Вот моя красавица. Ее зовут Мия. Вчера мы так хорошо погуляли с подружкой, с ее собачкой, как бы. А вот моя красавица, ей 3 годика. Мия. Ей 3 годика. Зовут Мия, вот. Но очень пугливая, поэтому не хочет идти куда-то и все время убегает даже дома. От всех прячется. Вот такая у меня красота. 3 годика ей, да, Мия? Вот. Сегодня вроде спокойная, она уже ко мне приходила. Вот я ее покажу, покажись. Она очень такая маленькая по размерам. Обычно они побольше бывают даже. Ну, хотя всякие бывают. Вот и вот такая у меня девочка.
обещала ее показать. Сейчас я ее отпущу. Она не любит сидеть. Вот. Хотела рассказать про вообще. Вот, я, как видите, не знаю, что... Во-первых, вчера, как я уже сказала, не было уже времени, памяти в телефоне, пока я разбиралась. Плюс у нас, как всегда, не знаю, где мне... Как мне собраться, сделать видео, потому что то там дети шумно, то еще что-нибудь, не знаешь, какую комнату выбрать. Вот, сижу я сейчас в своей спальне, она же... кабинет, она же гостиная, все в одном флаконе. Вот, поэтому плюс я еще тут затеяла, так сказать, ремонт, по-моему, продолжительный ремонт, поэтому тут все собираю, прибираю там по коробкам, чтобы что-то переставить и так далее, потом покажу, что вышло. Вот, поэтому сейчас так места нет, я так сижу скромненько на своей кровати. Вот. Поэтому кругом там, где коробки, где что, какое-то место не знаешь, как найти. Но, по крайней мере, здесь немножко бывает поспокойней. А потому что там дети то с телефонами, то с гаджетами какими-то, в общем, как бы мешают иногда. Вот. И хотела я поговорить как раз про животных. Вот я, у меня все время было куча всяких кошек, собак и всего, что только можно. В детстве всегда говорили: всего, зоопарк у тебя целый. Вот мама мне сама даже покупала, там привозила кого-то, в общем, много кого было. Одно время я даже, ну, в подростковом уже возрасте, в старших классах, даже хотела стать ветеринарным врачом. Вот. Но уже потом передумала, видно. Но даже уже здесь, в Германии, у меня были и кошки, и собаки, и все что угодно. Но у меня была бойцовая порода, у меня питбуль был, поэтому здесь не так просто получить разрешение. Привозить их вообще сюда нельзя, ввозить, точнее. Здесь можно покупать, но нужно всякие какие-то разрешения там и так далее. Вот. Я очень люблю собачек тоже, но я, к сожалению, не могу сейчас себе это позволить, потому что я живу на 10 этаже. Раньше у меня все-таки жила там 3-4, как-то проще тут с 10 этажа с собачкой бегать как-то, особенно когда она маленькая, все проблематично. Ну и детей у меня было в 2 раза меньше, чем сейчас, в общем, как бы пока не могу. Вот поэтому вот у нас кошечка, но кошечку тоже вот у нас одна проблема. Ей вот 3 года, все, она красавица, с хорошей там родословной и так далее. Я хотела ее как бы, ну, случить, чтобы продолжение рода было, чтобы у нее были котята. Вот, она у меня не стерилизована, ей 3 года. Но, к сожалению, у нас не все так получается, потому что... Год назад, наверное, даже больше, может быть, почти больше. Я ее отвела первый раз к коту. Вот. То ли от страха, то ли я не знаю, что она у меня, я сказала, она очень пугливая у меня. Вот. И она очень боялась. И от страха, видно, перестала. И кот вообще на нее реагировать перестал. Я ее забрала через там, несколько дней. Вот. Потом она где-то через год снова я нашла. В общем, там негде было прятаться в этом доме. Вот. Но она такая у меня командирша. В общем, она начала... Он джентльмен кот оказался, как ни странно. В общем, она у меня начала с ним драться, раз спрятаться некуда. И, в общем, он настаивать не стал. Поэтому как-то вот... Ничего опять не получилось. А после этого мы, наверное, ну, через какой-то небольшой промежуток, в принципе, времени, у меня у знакомой, у нее 2 кошка и кот, вот, она сказала: приводи. Я привела ее,
Вот. Пришлось ее забрать, потому что она забралась под какой-то шкаф или там, под ванной, под штуку там. Не под ванну, а под шкаф в ванной. В общем, и не вылезала даже ни кушать, ни в туалет, в общем, никак, ни в какую. Вот. И вот не знаю, вот кто вот, может быть, сталкивался с такой ситуацией. У меня была кошка в России, вот, и как бы проблем у меня никогда не было, поэтому я как-то первый раз сталкиваюсь вот с таким, что нам никак. Я не знаю, что мне просто делать, потому что она или прячется, или вот так, в общем, если кто, может быть, в этом хорошо понимает, подскажите, что мне делать. Вот. У многих здесь, насколько я знаю, вот у многих есть кошечки, даже две кошки или кот, или две кошки там, в общем, держат двоих. Особенно у кого есть маленькие дети, и детей там двое, вот как у меня младшие, например, они очень хотели... В общем, я как бы, в принципе, себе эту кошку брала, вот, но размечталась. Она как-то сама вот выбрала, и она с моим младшим сыном даже спит. У них двухъярусная кровать, она прям по лесенкам туда бежит, и с ним как-то, в общем, она его кошка. Хоть она такая пугливая, но это его кошка. Вот, а дочка мне сказала: мама, когда у Мии будут котятки, давай мы оставим себе одного. Я сказала, говорю, хорошо. Вот, это, говорит, будет мой. Я говорю, хорошо. Я заметила, что здесь, вот, как я уже сказала, у многих, вот если там двое детей, у многих вот по две кошки в семье, и они вместе как-то растут. И у меня уже такая мысль была. А может быть, мне просто котенка, мальчика купить и... будут вместе расти, потом он повзрослеет, и как бы свой кот, я думаю, она его будет хорошо знать, она его, может быть, все-таки подпустит к себе. Но как-то я уже просто не знаю, как мне еще быть. Уже испробовала, попробую, конечно, еще, но, в общем, я не знаю, как мне. Вот она ни в какую не дается, а так жалко, такая красивая у нее, хорошая, как я уже говорила, родословная, хотя хорошие котятки могли бы быть. И, ну, в общем, вот так у нас. Ну, вот, будем заканчивать на сегодня. Про животных вот я рассказала. Хорошего вам всем дня. До новых встреч. И если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!